Вообще, я только 2 раза в жизни по-крупному напивался. Ну, со всеми вытекающими отовсюду последствиями. Первый раз со своим другом Димкой Решетниковым. Второй раз, смотри, пункт первый. Однажды черт дернул Диму пригласить меня к себе на день рождения. Потом тот же черт за то же место дернул меня прийти. После этого хэппи бюздья. Самым крепким алкогольным напитком для меня является кефир. А начиналось все безоблачно. Накануне Дима позвонил и сказал в трубку безобидную фразу: «Попьем чайку вдвоем». Из этих 3 слов сбылось только одно – «попьем». Мы выпили по первой бутылке, после чего Дима сказал: «Ну, поздно выпитая вторая, зря выпитая первая». Выпили по второй. После 135-го тоста я поднял лицо из оливье, увидел Диму и задал потрясающий вопрос: «А ты-то здесь откуда?» Дима задумался, после чего ответил вопросом на вопрос: «А ты кто?» Мы познакомились, после чего вышли на балкон освежиться. Причем я почему-то сидел у Димы на плечах. В тихой, жаркой июльской ночи Дима скорбно начал: «Ой, мороз, мороз!» Я продолжил на октаву выше: «Не морозь меня!» Какая мелодия, о чем мы? Мы поем душой, а душа не знает нот. «Не морозь меня! А-а-а!» Далее я сделал соло, поглаживая Димину голову между ног. «Моего коня!» Мы, к восторгу жильцов, повторили куплет 24 раза. Где-то в 4 утра Дима подошел к окну и загадочно сказал: «Вечереет!» После чего он пошел меня провожать, не заметив, что я остался дома. По пути Дима рассказал мне последнее известие, посадил меня, затем вернулся домой, позвонил в дверь. Но я открыл. Где-то с минуты мы, не моргая, смотрели друг другу в глаза, после чего Дима сказал: «Какими судьбами?» Мы выпили за встречу, после чего уже я пошел провожать Решетникова. Дима поймал машину и сказал шоферу: «Шеф, ты не подбросишь нас 3? Шеф удивился: «Вы же 2, ребята. А ты что, не поедешь?» Шеф дал газу и скрылся из виду. Все это время я стоял у Димы за спиной. Он помахал машине вслед со словами: «Пока, Серега!» Затем обернулся: «Ты уже здесь!» Мы снова выпили за встречу. Дима поймал 2-ю машину. На заднем сиденье были 2 девушки. Но это я сейчас понимаю, что девушка была одна. А тогда, помнится, подумал: какой странный экипаж. Девушки-близнецы, за рулем 2 шофера. При моем появлении они хором сказали: «Какие люди!» Очевидно, в их глазах я тоже был не один. Мы так и поехали, 6. Причем девушки ехали в Медведково, мы в Новогиреево, а шоферы на юго-запад. Вот с тех пор только кефир. Все.